Горячая вода в ряд домов Улан-Удэ поступит с опозданием. Это связано со сдвигом сроков ремонта тепловых сетей. Работы должны были закончить до конца августа, но не успевают. При плане капитального ремонта 11,8 километров сетей на сегодня уже переложено 8,4 километра сетей. Это составляет 70%. План на август месяц был 24 участка. На сегодня работы выполняются на 18 участков. По 16 участкам работы будут завершены в различное время, но максимальный срок до 9 сентября. Несмотря на это, отопительный сезон обещают начать вовремя. Полностью отремонтированы 4 котла. В процессе починки – вспомогательное насосное оборудование. Также ведется проверка многоквартирных жилых домов. Из 2625 зданий готовы к наступлению холодов 1533. Это 71% от общего числа.